Телеканал КРТ представляє. Починати навчальний день в школах та дитячих садочках зі спалювання шин задля патріотичного виховання. Іменно так називається петиція на сайті президента України. Її, правда, підписало достатньо мало людей, але петиція дуже свіжа, буквально вчорашня. 23 депутата партії «Свобода»? Ні. Здесь вот в аннотації... Це елемент тролінгу, я так розумію. В аннотації петиції написано, що... Киевскую міською радою. Кстати, Киевским городским советом. Интересно слушать на русском языке, то мы можем переводить на русский язык с помощью нашего замечательного Василия. Киевскую міською радою було рекомендовано починати кожен навчальний день гімном України. А Киевским городским советом было рекомендовано начинать каждый Спасибо, учебный день. Дальше лучше гимн-то необразумный. Гимн Украины. Считаю это хорошим стартом для повышения патриотизма среди молодежи. Но если государство хочет воспитывать граждан, которые ценят европейские ценности, разделяют и вдохновляются идеями Майдана, нужно на законодательном уровне утвердить, чтобы каждый учебный день начинался со сожжения автомобильной шины. Зимней или летней, не принципиально. Как символа борьбы за европейские ценности. Иначе мы, как государство, рискуем воспитать поколение, для которого кастрюля – это не лишь кухонная посуда. Это не шлем гордого украинского патриота, который защищал европейские ценности в результате и в ходе революции достоинства. Слава Украине, героям слава. Что могу сказать? Денис, помимо обращений, делает еще и такие стартапы, креативные моменты. Он создает петиции, их озвучивает. Но на самом деле отличная идея. Я считаю, шины надо сжигать, и причем даже не снимая с автомобиля.